Как здорово, что у нас много партий. То сразу вспоминается известный советский анекдот, наверное, многие его помнят, когда после проведения в театре там, мероприятия, значит, главного дирижера вызывают в комитет госбезопасности. И говорят, значит, ну, все хорошо прозвучало, очень хорошо играли все. Но вот непонятно, почему барабанщик простаивал, один раз только вступил. Говорят, товарищ капитан, у него партия такая. Он говорит, нет, партия у нас одна, а стучать надо громче. Вот. Так что продолжим следовать известным курсам и укреплять ряды партии, но не уподобляясь КПСС, а также КПРФ.